опережении играет Джон Ри. 15-метровых ударов. Сегодня почему-то судит этот матч. Может быть, французы отреагируют попозже. Провел свой лучший, пожалуй, матч в сезоне против питерского «Зенита». Да и, конечно же, против своего бывшего клуба «Тулузы». Так что два подряд хороших матча должно вселить в него серьезную уверенность. Жан-Эли Мбула, но без большой скорости. В нынешнем сезоне даже не треть, а больше трети Марсель забил в течение первых 35 минут. Этих команд не было. Так что в такой ситуации, особенно на фоне прошлого года, пора просыпаться. Марсель, мне кажется, в летаргии пока прибывает. Аймен Абденур решил совершить нечто необычное. Фирменные контратаки. Он направляет все свои силы в команду хозяин последних минут. При счете 0-1. Имбула. Особенно при схеме в 4 защитника. Вот если бы играли в 3, то тогда Марсело Бьелса сам. Также травмирован основной опорник Жоффре Кондогбия. А Леонардо Жардим Марсиале убрал с поля достаточно быстро. Причем при этом выпустил его на замену. Но у Марсиале был момент. Хотя мы видим, отборолся прилично. Ну, Ваньку валять не принято у команды. Марсель класснее. И Марсель играет, в общем-то, в оптимальном составе. В отличие от Манигаска. Не помогает Марсиале Бернардо Сильва. И прежде чем перебраться в Марсель, даже за Манигасков сыграл в финале Кубка Франции. Но его не выиграл. Знаете, которого нет, позволяет судить в следующем туре еще и центральный матч. Да, Бернардо Сильва. В общем, не зря личности их игры. Пожалуйста. Конечно, Марселю мы и не ставим. Рот Фани. Просто лишил Марсель гола. Разве это не нарушение правил? Правда, Акампос застопорился в своем прогрессе. Наверное, тому виной отсутствие игровой практики. Может быть, отсутствие доверия. Другое дело, что Акампос в тех матчах, в которых выходил на Феррера, Караско, которого воспринимался таким же талантом в прошлом сезоне. И так и в чем это была квалификация. Получил по ногам все-таки от Нгулу. Марсиаль успел сделать передачу на Дирара. Потеря. Имбула. Пустой фланг. И на опережение играет Жан-Эли Мбула. Плохо смотрится эта встреча, согласен с вами. Но опа. Играл, кстати, за Мана. Ушел мяч забыл. В общем-то, Жардима не собирался их делать. Если бы Бербатов был бы здоров, не исключаю, что замен вообще бы нет. До последних. Не думаю, что максимализм атакует Монако. Особо не раскрывается и Марсель. Всегда так бывает, даже если сверх закрытый футбол. Последние 15 минут проходят гораздо веселее. Потому что команда уже и начинает уставать. Кадр событий становится более цветистый. А Бернардо Сильва здесь пытался. Монако с «Зенитом» сыграл на 0. Монако с «Тулузой» сыграл на 0. Имбула. Пора просыпаться. Теперь она будет вынуждена рисковать. Монако получает возможность играть на своих любимых контратаках. Думаю, что Лемина есть. Ну, а Монако — это команда, которая ждет, 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 терпит, терпит, терпит. И там, где нужно, вперед и забивает.
«Зениту» за компенсированное время. Я говорил о том, что «Монако» умеет добивать и умеет забивать на последних минутах. И это является одним из главных достоинств монегасков в нынешнем сезоне. И функция ассистента иногда. Казалось бы, наивная передача Мбула дошла. Менди. Странки недели, важный матч против «Зенита». Почему Марсель не включается? Ну, это так, из тех реальных вариантов, которые сейчас просматриваются. Вот Шуаи, к сожалению, пока не забивает. Всего лишь один гол у него в этом сезоне. Вот где Женьяк. Уже квартирует. Напоминает «Зенит» в решающем матче с «Монако» в Лиге Чемпионов. Я по стадиону вижу, что у Марсель никаких замен нет. Можно было предположить, что кто-то. Ну и назвать сверхответственной игру «Олимпика» я тоже не готов. Это очень опасно. Жермен может забить, но Джидже пяткой парировал передачу. Нет, ну так атаковать, конечно, можно сколько угодно. Все это, по большому счету, бесполезно.